Плохо. Надо вытащить? Да. Ну, блин. Ой. Нормально. Видишь? Хорош какой, смотри какой. Грамм 200. Побольше. Да ладно, честно. Побольше. Ну-ка, покажи его. Вот так вот. Отлично. Рыбалка Кстова. Все о рыбалке. Друзья, всем привет. Сегодня вместе с Михаилом выбрались на грибной канал город Нижнего Новгорода. Попробуем половить на фигурочки. Здесь проходят соревнования. Соревнования у нас будут через неделю. Ну, погода позволяет. Приехали, сейчас будем пробовать ловить. У нас из наживки опарыш. Я перловочку сварил, мотыля я не нашел в магазине. Время сейчас у нас сколько? 5 часов. Ну, будем начинать ловить. Думаю, что-нибудь поймаем, покажем. Михаил покажет, я покажу. Ну, где-то вот мы разместимся, на том берегу же рыбаки есть. Ехали по дороге, тоже раскладываются, друзья. Ну, давайте вам приятного просмотра, а мы начинаем рыбалку. Поехали. Ну, вот мы расположились, местечко нашли. Тут спортсмены выкашивали все. Прогальчик хороший. Ведрочки я забросил. Ну, в том году, как и рыбачил, я ориентировочно бросаю на эту дистанцию. Он маленькая. Рыбка гуляет, хищник гоняет. На кушочек тут. Кушочка много. Михаил слева будет рыбачить от меня. Так, два фидера у меня. Вот такие кормушечки будут у меня легкие для грибного канала. Еще один фидерочек. Опарыш. Садок взял. Еще его, как говорится, не купал в воде. Новинка попробую. Ну, пока забросил на перловку чисто в разведку. Он, ты примеряешься, что ли? Давай, он модный рыбак-то. Я так вообще по старой памяти взял и забросил. Протаскивать будет. Ну ладно, давайте. Че? Ил, ракушка должна быть. Ну, вроде расположился. Я поводочки привязал. Здесь у меня крупный крючок стоял. 10 номер. Поставил я 14 номер. Леточку 2.08, тоненький поводочек, два опарыша там и закормил вот черной реконкой Миненко. Вот эта удочка пока у меня левая стоит без прикорма, но она уже заклипсована у меня с предыдущих рыбалок осталась, я так и оставил. Буду на эту дистанцию кормить. Вот это чуть поближе сюда, это чуть подальше. Ну, будем ждать, будем ждать. Конечно, бы надо мотылька, но мотылька не смогли купить. Друзья, ну вот, на ближнюю дистанцию клюнул первый сапушечек, или что это такой маленький подлещичек. Два опарыша, удар такой хороший, сопротивление, думал сход, но нет, она подошла. Ну, блин, ничего, пойдет сейчас, может еще что-нибудь будет повеселее, подвичка. Ну, хотелось бы, конечно, пусту, как переплюнем. Михаил тут вяжет, ну, давай, сейчас тебе привяжу, подожди, сейчас все сделаю, переброшу и привяжу тебе. Рыбка поклевывает. Такие вот, знаете, поклевочки. Тынк-тынк и все. Тынк-тынк и все. Он один что-то вверх дном плавает, я не знаю. Загорает. Ну, дышит, да. Вот посмотрите, сейчас покажу. Давай сфокусируется. Вот так объедает буквально, наверное. 3 минуты эта наживочка находится там. И она обсасывает мелочевка. Ну, опять же, кормим. Это вот у меня кормушка чуть покрупнее по объему, там поменьше. Ну, кормушку, может, поменяю, поставлю другую. Два опарыша насаживаю. Сейчас буду пробовать 3, 1, так комбинировать. А почему нет? Давайте попробую перловину сейчас насажу. Сейчас посмотрим, что на перловину. Может, на перловину клюнет. Плотвичка любит перловку, да и, в принципе, и подлещик тоже, и густерка любит. На одного парика такой полосатик попался. Блин, хочет что-нибудь побелее, поближе к пенному. Поклевки понемножку есть, но не так часто. Забросишь он поклевка. Вот на эту палку. Вот пальцем показываю. Она чуть подальше заброшена, там один опарик. Два окуня поймал именно на дне, на одного опарыша. На ближней дистанции тишина. Ну, пробую, экспериментирую. Опять же повторюсь, уже не первый раз, да? Мотылька, конечно, бы надо бы. Любит здесь на грибном канале рыбка-мотылька. Ну, нет, будем пробовать ловить на опарыш.
рыбка там плавает, садочки, три белоглазки, сапушки, как ты их называют, да, два окуня, Мишка плотвичку поймал хорошую, там сидит, если видно, ветерочек так поддувает, рыбаков никого не видно, ну там, ну, противоположном берегу есть кто-то рыбачит тоже с колокольчиками. Ну, такая рыбалка у нас. Ну вот, наконец-то и я подсак обмочил и поползу нормальный подлещик. Вот, там лежит сопливенький. Ну, ничего, классненько. Взял вообще на ближней дистанции два парика. Крючочек у меня 14 номер, черный. Получается какая, друзья, фигня. Я забросил, ну, до клипса не долетел, а поближе, наверное, метров 13-15. И плотвичка грибного канала уже у меня, как говорится, на крючке. Заглотила жадно. Поклевочки жадные. Но вот Михаил говорит, блин, никак не могу подсечь. Тын-тын, когда подсекает. Подсекает мимо. Ну, вот сейчас он тоже хорошую густерину вытащил, я вот видел. Вам не заснял. Ну вот плотвичка на ближней дистанции. Длинный поводок. Поводок практически метровый. Давай, ну. Ну. Плохо. Надо вытащить? Да. Ну, блин. Ой. Нормально. Видишь, хорош какой, смотри какой. Грамм 200. Побольше. Да ладно, честно. Побольше. Ну, покажи его. Вот так вот. Отлично. Здорово. Давай посмотрим. Вон, ну потише, потише. Ты. Прям форсир, уже сейчас выпрыгнет. Окунь. Окунь клюет. Ирика, ну какая разница, давай. Окунчик отрабатывает нормально. И хороший. Надо подсак-то? Подожди, давай. Видишь, мой подсак пригодился. Сейчас иду. А. Вот, видишь. Забирай. О, отличный. Блин, ты мужик. Надо у тебя учиться уже. Мне. Рыбка поклевывает, ветерочек прямо сюда в лицо, сейчас немножко повернусь, так чтобы было радио, ну, слушай, поклевка, как крючками, поклевка есть, да, а парик вот, давай, дергает, друзья, поклевывает, рыбка прибывает, вообще отлично тут он, спингист тренируется в соревновании, Миха тут запускает. Мелочи очень много, прямо высасывает. Высасывает опарыши. Минут 5, максимум 10, и уматываешь. Опять насаживаешь. Темповый рыбок получается. Он мишку с другой тащит, но тоже перезабрасывает. Я, в принципе, сегодня ветерчик прохладненький, но солнышко, когда выходит за тучу, тепло. Сейчас буду проверять здесь, наверное. Поклевало, все сдернуло. Че, Миш? Пусто. Пусто. О, давно это у тебя не был. Что-то какой. Куда рыбу ты складываешь? В реку обратно. В реку. У тебя в этом? В шарабане? Да выкинул я ее. Вон она у нее лежит, друзья. Выкинула. Смотрите, нормально. Ну прямо
на засылочку пойдет. Тут. А ты чего этот стул не взял? Я думаю, на чем сидишь? У тебя же стульчик был. Стульчик вон лежит, сломался. А, ты-то как... как... Я, ну, а? Сегодня сломал? Тогда вот только что наступил на него. Да ё-моё. Бывает. Ну что, что, вон там тренируются спиннингисты, а мы любители фидеристов. Когда же как получилось в рифму. Ну что, рыбка поклевывала, наверное, да? Где-то с 7 до 9 клев такой более-менее был. А потом такие, знаете, наплывчики, две штучки поймаешь, тишина. Поклевочки есть, обсасывает хорошо. Мелочь на прикормку стала. Прикормка у меня вот такая, друзья. Черная, сейчас вам покажу. Миненко. Роспорт. Лещ плотва. Попробуйте тоже половить на своих водоемах. Тоже расскажете. В комментариях напишите, как эта прикормка. Мне она понравилась. Понравилась по составу. По ароматике. И вот ловлю чисто опарыш. Есть перловка. Ни одной поклевки на перловку не было. Вот так вот. Да, скоро будем уже заканчивать. Сейчас немножко долавливаем. Тут у нас и облачка что-то затягивает. Дождик передавали во второй половине дня. Так, вот да. Вот такой взял кайдовский. И голова, и сама палка. Лер, подсака самая. То мне понравилось, хорошо работает. Так, все, ветер. Я вот немножко так встаю, чтобы было слышно. Долавливаем, там уже подвожу итоги, покажу рыбу. А вы Мишки видели? Ну, Мишка может еще что поймает. О, отвалился. Да. Ну что, друзья, пришло время заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Время уже у нас обед. Ловили на грибном канале. Город Нижний Новгород. Ловили на федерочке. Ловили только вот на эту личинку. Это называется опарыш. Пробовал перловку, но перловка вообще ни одной поклевки. Михаил тоже очень неплохо поймал. Были то хорошие экземпляры. А что по рыбе, по поклевке? Ой, по поклевке, да. Что по рыбе? Рыба разная, мелкая. Сейчас вам покажу ее. Есть такие более-менее пивные наборчики. Клевала паузами. Поймаешь, отдыхаешь. Поймаешь, отдыхаешь. Рыбалка довольная. Сейчас вот ветер поднимается, тучки у нас, наверное, дождик будет. Передавали к вечеру. Ну, а так, в принципе, рыбалка доволен. Думаю, Михаил тоже доволен. Понравилось ему, он здесь первый раз рыбачит на фидер. Раньше когда-то рыбачил, рассказывал. Вот испытали вот такой вот подсак. Вообще классно, друзья, советую. Палочка легенькая, башка. Раз подвел, рыбка уже, хоть и не крупная, и какая у тебя точно не сойдет. Сейчас давайте покажу вам рыбу. Мой любимый садок, кто знает. Рыбки немножко. Опа. Запуталась. Сейчас. Вот так вот. Куда-нибудь ее на травку я. Куда, давай. Рыбка немножко есть на засолку, но ушицу самое то, друзья. Думаю, вам рыбалка понравилась. Видео тоже поставите лайк. Ну, рыбка нормальная, более-менее. Пойдет на засулочку. Ой, ой, чуть не упал. Всем, друзья, всем добра. Давай посмотрим. Такие ловят нас Михаил.